Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чувашия». Информационная программа «Республика» с главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Косы, грабли и телеги. В Козловском районе состоялся День головы. За нами будущее. Состоялся финал республиканского конкурса лидеров и руководителей молодежных объединений «Моя инициатива». Неожиданный ракурс. В Чебоксарах открылась выставка городской фотографии. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета ПФО, прошедшем в Перми под председательством полномочного представителя президента Михаила Бабича. Руководители регионов обсудили, как идет развитие гражданского общества в округе и какую поддержку получают социально ориентированные некоммерческие организации. На заседании Совета ПФО выступили руководитель Чебоксарского культурно-выставочного центра «Радуга» Нина Смирнова и руководитель Федерации фитнеса и аэробики Чувашии Оксана Вербина. В Москве завершил работу 15-й съезд партии «Единая Россия». На нем утвердили предвыборную программу и списки кандидатов. Списки были составлены на основе результатов предварительного партийного голосования, которое проходило в мае. В работе съезда партии принял участие президент России Владимир Путин. Гостем съезда был и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Уважаемые коллеги, Владимир Путин обратился к делегатам съезда. Друзья, партия должна слышать каждого избирателя, подробно обсуждать, что волнует людей. Вместе мы справимся с любыми трудностями и задачами, но только в том случае, если будем слышать людей. И только тогда мы сможем решить стоящие перед нами задачи. Хотел бы обратиться ко всем политическим силам, которые будут принимать участие в избирательной кампании, ко всем, кто станет кандидатом в депутаты Государственной Думы, к региональным законодательным собраниям, к тем, кто будет баллотироваться на пост губернатора или в органы муниципальной власти. Прошу вас ценить доверие людей, обещать только то, что можно выполнить, дорожить политической и общественной стабильностью, которой мы вместе добивались во все предыдущие годы партийных кандидатов. На съезде партии приняли предвыборную программу, предложение в которую могли внести все граждане страны. Среди основных – возвращение полной индексации пенсии с 2017 года, разработка новой программы расселения аварийного жилья, снижение зависимости экономики России от нефти, поддержка малого и среднего бизнеса. Наша задача – инвестиции вкладывать в умы, мозги, так можно сказать, молодых людей. Они, соответственно, будут по созданным условиям находить свое достойное рабочее место, одним словом, будут самореализовываться. Кроме того, в программу включен и большой социальный блок, увеличение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, материнский капитал, строительство школы, детских садов и многое другое. Чувашия уже успешно реализовала в прошлом году партийный проект «Детские сады детям». А на основании этой программы «Единая Россия» может получить средства на строительство новых школ. В рамках партийного проекта «Строительство детских садов детям» Стали известны и кандидаты, которых выдвигает партия на предстоящих выборах. Федеральный список возглавит лидер партии Дмитрий Медведев. Всего сформировано 36 региональных групп. Чувашия вошла в 16-ю вместе с республиками Мариэл и Мордовии и Нижегородской областью. В первую пятерку региональной группы вошла и Алена Аршинова. До выборов осталось чуть меньше 2,5 месяцев, поэтому работы предстоит много. Нам необходимо объехать свои регионы, нам необходимо сегодня собирать, в том числе продолжать наказы избирателей, потому что не со всеми удалось пообщаться. Работы очень много, и, конечно, мы в любом случае сформировали уже себе рабочую программу и будем в рабочем порядке решать все проблемы. Президентский совет. Партия поддержит и одномандатников, которые победили на предварительном голосовании. В Чувашии лидер прошедшего голосования по Чебоксарскому округу номер 38, глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Выборы в Государственную Думу состоятся 18 сентября. Будут избраны 450 депутатов. Татьяна Молокова, Республика. Спасибо за внимание.
Сегодня в Москве открылся съезд одной из старейших парламентских партий России ЛДПР. В его работе участвуют около 90 делегатов из 85 региональных отделений партии. Участники съезда выдвинули кандидатов в Госдуму 7-го созыва по федеральному списку и одномандатным округам и утвердили предвыборную программу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Высшего совета либерал-демократов Игоря Лебедева, партия намерена выдвинуть порядка 330 кандидатов в Госдуму по федеральному списку. Госслужащие Чувашии отметили свой профессиональный праздник. Уже традиционный день главы и муниципального служащего прошел в этом году в селе Шутнерово Козловского района. Строгие управленцы и ответственные исполнители повседневной жизни сегодня главы муниципалитетов раскрылись совсем в ином качестве. В год человека труда чиновники приняли участие в сельских играх. Перекидывание гири через ворота, приседание с 50-килограммовым мешком картошки и перемещение груженой телеги. Вот неполный список заданий для претендентов на звание «Богатырь-глава». Победителем уже в третий раз стал глава Кшаушского сельского поселения Сергей Мульдияров. Чебоксарский район, 16 номер. Готовы? Да! Шимуршинский район, 17 номер. Готовы? Да! Молодцы! Внимание! А эти соревнования вызвали ажиотаж среди всех уровней власти. На первом этапе быстрее всех скосил траву глава города Чебоксара Леонид Черкесов. Впечатление очень хорошее. В детстве мы постоянно косили. Но сейчас в последнее время не удается. Но умение косить останется на всю жизнь. Здорово, да, такой конкурс у нас сейчас проводится. Лидером в комбинированной эстафете стала команда Чебоксарского района. Спортивные мероприятия нас подстегивают к единению. Вот это очень приятно. И положительные, самые положительные эмоции. Очень рад участвовать. Побеждает сильнейший, а сильнейший тот, который ведет правильный образ жизни. И у нас вот район практикует здоровый образ жизни. Самыми зрелищными, это отметила глава республики Михаил Игнатьев, стали соревнования по мини-футболу. Глава Чувашии подчеркнул, что проведение спортивных состязаний способствует сплочению команды госаппарата и повышению результативности совместной работы. 9-й ежегодный день главы и муниципального служащего посетили и коллеги из Пермского края. В восторге. То, что мы увидели, нужно возрождать свою малую родину. Там, где ты живешь, делать для этой маленькой родины что-то хорошее, доброе, замечательное. Да? И это делается сегодня, чего ж это видно. Я очень много езжу по России. То, что я вижу здесь сегодня, вот это единение, это желание сделать хорошее, доброе для тех людей, которые живут в этой замечательной, прекрасной республике. Это восхищает. В следующем году традиционный праздник будет юбилейным. Подготовка к 10-му дню главы и муниципального служащего начнется через считанные месяцы. А это значит, что сейчас не время расслабляться. Участники терять физическую подготовку не намерены. Отстаивать честь родного района они по-прежнему готовы не только в служебных кабинетах, но и на полях любимой республики. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. В столице Чувашии будет разработана новая маршрутная сеть. В Перми определился победитель конкурса по изучению и оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта. Заказчик конкурса – администрация города Чебоксара. К участию в тендере допустили 4 организации, которые предложили проекты оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта в Чебоксарах до 2021 года. Пермское агентство дорожной информации «Радар» предложило минимальную цену. Компания может разработать новую сеть за 6 миллионов 750 тысяч рублей. Кстати, начальная цена контракта – 9 миллионов. Проект финансируется из городского бюджета столицы Чувашии. Научный руководитель компании «Радар» уже оценил транспортную систему столицы Чувашии. Он отметил, что инфраструктура Чебоксар добротная и качественная. Перекрестки обладают хорошей системой светофорного регулирования, а состояние дорожного покрытия вполне удовлетворительное. Тем не менее, он указал на полное отсутствие островков безопасности для пешеходов, направляющих островков и других элементов канализирования транспортных и пешеходных потоков. Кроме того, в Чебоксарах мало выделенных полос для движения городских маршрутов и слишком высокая конкуренция на маршрутах регулярных перевозок в городе. Эти недостатки снижают качество работы городского транспорта общего пользования. Исполнители надеются, что новая сеть устранит имеющиеся недостатки и разработчики предложат реальные способы улучшения транспортной системы города Чебоксары.
«Молодежь нынче не та пошла» – это, пожалуй, одна из самых употребляемых фраз на лавочках у подъездов. В День молодежи, который отмечается в России 27 июня, мы решили узнать, какие они, нынешние молодые люди, и заглянули в один из вузов Чебоксар. Коридоры университета пустые, сессия позади. Активность только в спортивном зале. Там принимают документы у абитуриентов. Но это только кажется, что бурная студенческая жизнь замерла на каникулы. Многие сейчас готовятся к молодежным форумам, флешмобам, выставкам, концертам. Так, в Чувашском педуниверситете эта сторона студенчества считается не менее важной, чем сама учеба. У нас на сегодняшний день 18 студенческих организаций общественных. Значит, складывалось вот такое количество постепенно, из года в год расширялось. Вот среди последних могу назвать, это буквально в этом году у нас организовалась Ассоциация студенческих спортивных клубов «Патриот». Они входят во Всероссийскую ассоциацию студенческих спортивных клубов. До этого буквально два года назад появилась очень хорошая организация. Это волонтерская организация «Корпорация добра». В этом году, надо сказать, она отмечена, вот 20 числа вышел указ, отмечена государственной молодежной премией. Одна из самых известных организаций университета – поисковый отряд «Память». Каждый год ребята с руководителями выезжают на поиски погибших к местам, где шли ожесточенные бои Великой Отечественной. В 2014 году с ними отправилась наша съемочная группа. Тогда за месяц вместе с отрядами из Мариэл, Северодвинска, Тамбова, других регионов ребята нашли останки 500 бойцов. Ну а самое популярное среди студентов и горожан мероприятие – это студенческая весна. В этом мероприятии участвуют абсолютно все факультеты. Это масса эмоций, масса творческих событий. Также туристический слет, который проводим мы и летом, и также осенью. Также различные спортивные мероприятия, флешмобы устраиваем, экологические акции. Проще говоря, каждый студент может найти занятие по душе. Спорт, волонтерство, благотворительность, творчество. Для тех, у кого учеба, на первом месте тоже есть организация «Студенческое научное общество». В основном наше общество направлено на науку. Мы организуем, также публикуем статьи в студенческом научном обществе. Получается, организовываем круглые столы, конференции. Также проводим мероприятия, направленные на такие, как конкурс видеороликов СНО, презентация. Преподаватели говорят, такая сторона студенческой жизни при правильной организации учебе не мешает. Наоборот, развивает всесторонне, повышает коммуникабельность, а для будущих педагогов это важное качество. Самое лучшее подтверждение тому – рейтинг эффективности вузов. Уже третий год подряд ЧГПУ имени Яковлева признают эффективным. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. И еще о мероприятиях ко Дню молодежи. Состоялся финал республиканского конкурса лидеров и руководителей молодежных общественных объединений «Моя инициатива». Молодые предприниматели и волонтеры, председатели студсоветов и военно-патриотических организаций. В этом году количество участников республиканского конкурса перевалило за сотню. В финале приняли участие 13 самых амбициозных представителей современной молодежи. Я считаю, что моя инициатива, моя деятельность должна быть как-то отмечена. Я сейчас руководитель проекта «Открываем мир вместе». Этот проект направлен на социализацию детей в обществе путем общения с волонтерами. Главная задача наша – это развить в ребенке качество лидера. Мария уверена, с малых лет в детях необходимо воспитывать чувство сострадания и участия. Если ты помог нуждающемуся сегодня, то завтра обязательно помогут тебе. Проникновенная речь девушки тронула сердца не только зрителей, но и членов жюри. Мария Комарова стала одной из победителей регионального конкурса. Вместе с ней первое место разделили еще три руководителя студенческих и общественных объединений. Все они, помимо грамоты и слов благодарности, получили возможность представить свой проект на более высоком уровне. «Моя инициатива». Это этап всероссийского конкурса «Лидер 21 века». Лучшие, соответственно, поедут уже на финал, на всероссийский конкурс в город Санкт-Петербург. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаметов, Республика. А в Самарской области завершился молодежный форум «Иволга-2016». Участие в нем приняли более 2000 человек из 26 регионов России, а также Китая и Франции. Среди победителей и призеров форума есть молодежь из Чувашии.
Медиаволна, патриот, политика, ты предприниматель. В этом году на молодежном форуме в течение 10 дней работали 9 тематических смен. Были организованы встречи с известными политиками, спортсменами, успешными бизнесменами. Задача участников была не только представить свой проект огромной аудитории, но и защитить его перед экспертами. Каждая идея уникальна и амбициозна. Чувашскую республику представляли 89 студентов и молодых специалистов. Пятеро из них завоевали призовые места. Лось Ирина получает награду «Чувашская республика». За проект «Странички памяти» студентка Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства получила специальный приз – поездку на Байконур. Всего на форуме было представлено более 1500 проектов. Гранты на их реализацию получили 55 участников. Вашими разработками заинтересовались крупнейшие предприятия нашего округа, такие как «АвтоВАЗ», «Куйбышев Азот», «Ростехнологии», «ЦСКБ Прогресс». И я уверен, что часть этих проектов найдет достойное применение в их уже производственной и научно-инновационной деятельности. В рамках мероприятия состоялся третий российско-китайский форум «Волга-Янцзы», в котором приняли участие более 160 жителей Поднебесной. Совместная работа китайских и российских студентов велась по пяти направлениям: культурно-лингвистическая смена, предпринимательство, наука и инновации, туризм, культура и искусство и СМИ и медиа. Лучшие проекты были отмечены грантами. Министр посольства КНР в России Су Фан Цу отметил: форум способствует развитию дружественных отношений между двумя странами. Это еще раз показывает, что Китай и Россия взаимно являются стратегическими партнерами, вечными друзьями. Могу сказать, что третий китайско-российский молодежный форум сделал свой вклад. Я могу доложить Пекину, что если прекрасные результаты данного форума. И Волга – благодатная почва для роста и развития новых идей, внедрения инноваций и обмена опытом с ведущими мировыми специалистами. Организаторы обещают, сколько бы ни приехало участников на следующий форум, места для старта амбициозных проектов на Самарских берегах хватит всем. В Чувашии прошла профилактическая акция «Моя альтернатива – здоровая нация». Мероприятие посвятили Международному дню борьбы с наркотиками и их незаконному обороту. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. В выходные в студенческом сквере города Чебоксары прошла профилактическая акция «Моя альтернатива – здоровая нация». Организаторами мероприятия, посвященного Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконному обороту, выступили МВД по Чувашской республике, администрация города Чебоксары и другие. Сегодняшнее мероприятие проводится в целях показа населению, людям, что может заменить наркотики, что здоровый образ жизни – это намного лучше, чем употреблять, курить, злоупотреблять алкоголем. В сквере работали различные площадки. К примеру, офицеры СОБР МВД Республики показывали желающим боевое снаряжение. Сотрудники Центра кинологической службы МВД демонстрировали способности своих питомцев. На площадке, организованной специалистами республиканского наркодиспансера, можно было пройти диагностические исследования на наркотические и иные психотропные вещества, включая алкоголь. Также в сквере работали танцевальные и спортивные площадки, где были представлены различные виды спорта, доступные для занятий каждому. Вечером здесь же состоялась молодежная дискотека. В Чувашии продолжают развивать сельский туризм. У каждого муниципалитета есть своя изюминка. В Яльчикском районе туристов уже не первый год привлекает питомник к разведению собак и диких зверей. Там побывали и мои коллеги. Ай, мотор. Волк по кличке Кожаман – первопоселенец племенного питомника. Когда-то он стал охотничьим трофеем, но Леонид Князев пожалел дикого зверя и приютил у себя. Он вырос в неволе вместе с волчицей, и недавно у них появилось потомство. Зубки есть, ну и что это у меня? Такие щенячьи. 1,5 месяца. Волчонка вышел немножко, страх вот это есть все равно. Не от страха, даже просто природы нет у них.
Волчат намерены оставить в питомнике, для них сейчас строят отдельный вольер. Леонид Князев признается, что к диким зверям питает особую страсть. С малых лет любовь к природе, с малых лет у меня было заложено еще в маленьком-маленьком возрасте любовь к охоте, потом к волкам. Символ деревни у нас это деревня Волк. Ну, Волк один из таких, это Волк, это само по себе даже вид, само название это свобода. В племенном питомнике разводят не только волков, но и русских борзых. Леонид Князев настоящий ценитель и знаток этой породы собак. Они способны развивать большую скорость до 80 км в час. Со своими питомцами на соревнованиях он завоевал множество наград. Это улыбка, мечта. Ай, мотор, мечта. Леонид Князев ставит перед собой глобальную цель – возродить традиции русской охоты с собаками. Слава о племенном питомнике разлетелась и за рубежом. Сюда приезжали отдыхать англичане и французы. Часто в питомник на экскурсии приезжают и школьники. В мае месяце такой приток был, это 500 человек приехало. Но это в основном, короче, школьники с родителями корпоратива из соседних районов, Батырского района и это Ельчинского района, из соседнего Татарстана приезжали. Но людям что интересно, людям просто интересно, это рассказ именно. Кроме псовой охоты, в питомнике устраивают конные экскурсии. Недавно здесь появились породистые рысаки. На территории питомника намерены открыть и зоопарк. Леонид Князев планирует привезти сюда белок, оленей и даже павлинов. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Детская программа национальной телерадиокомпании «Бухты-барахты» стала призером 6-го международного фестиваля «Свет миру». На конкурс было подано более 700 заявок из России, Украины, Беларуси и Сербии. Лучшая работа отобрана для финала, их авторы приглашены в Ярославль. Учредитель фестиваля – Рыбинская епархия Ярославской митрополии Русской Православной Церкви. Поэтому основное требование к работам участников – донести до зрителей идеи добра, любви и нравственности. Программа «Бухты-барахты» выходит в эфир уже 4 года. Ее главный герой – волшебник дядюшка Бух – телепортирует юных ведущих в самые разные места. В конкурсном выпуске мальчишки и девчонки призывают зрителей не бросать друзей в беде, заботиться о тех, кого приручили, фантазируют, к чему может привести хвастовство. Результат фестиваля – диплом второй степени. Мы поздравляем наших юных коллег и редактора детских программ Марию Шоклеву с наградой. Очередная фотосушка прошла в Чебоксарах. Первая выставка фотографий состоялась в прошлом году и называлась «Город в событиях». Она получила широкий резонанс. Еще бы, приятно увидеть себя на фото, случайно попав в объектив мастера на каком-нибудь городском событии. На нынешней творческой экспресс-выставке к архиву городской фотохроники были добавлены работы профессиональных фотографов и любителей. Молодежи. Такая замечательная акция, как фотосушка в Чебоксарах, друзья. Сегодняшние работы представлены в 4 категориях. Животный мир, краски природы, личность в кадре и праздничные Чебоксары. Самая большая выставочная зона была отдана под фотографии популярных массовых мероприятий. Возможность устроить фотовыставку свою. А сейчас любой желающий мог отправить свои фотографии и посмотреть на них здесь, в прекрасном месте. Это получается такой некий старт с помощью администрации города Чебоксары там, для реализации своих идей и возможностей. Особенность акции – это то, что понравившуюся работу можно было отметить, а затем и забрать с собой. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. На этом у меня все. Вас ждет еще полезная информация. С вами прощаюсь. До свидания. Сегодня в России, да и во всем мире, как никогда востребованы рабочие разных профессий. Для них создаются хорошие условия труда, увеличивается заработная плата, им предоставляется возможность дополнительного образования и повышения квалификации. Освоить любую из вышеперечисленных профессий помогут в Канашском транспортно-энергетическом техникуме. На сегодняшний день техникум готовит специалистов среднего звена и рабочих профессий по основным профессиям трубопроводного транспорта. Критерии оценок у нас традиционные для государственных образовательных учреждений на базе 9 классов. Это средний балл аттестата.
На базе 11 классов это также средняя балла аттестата, но на базе 9 классов у нас имеется конкурс определенный. Это около 3 человек на место ежегодно. Но желающие путем такого отбора поступить к нам, в принципе, могут. Вот уже 80 лет Канашский транспортно-энергетический техникум выпускает специалистов высокого уровня. Руководство СУЗа определило для себя 3 основных составляющих качественного образования. Высокопрофессиональный педагогический коллектив, практикоориентированность обучения и хорошая материально-техническая база. Чем мне понравилось это учебное учреждение? Тем, что здесь инфраструктура хорошая, оборудование по сравнению с другими техникумами. Моя профессия – машинист дорожных строительных машин. К нему относятся экскаваторы, машинист экскаватора, машинист бульдозера. На мой взгляд, это наше жизненное время очень актуальная. И с этой профессией, я думаю, никогда не пропадешь, потому что стройка у нас в жизни всегда присутствует. Поэтому, я думаю, никогда не пропаду с этим. Сварщики, слесари, электромонтеры, трубопроводчики – всего в техникуме обучают по 12 направлениям. А специализированные аудитории, современное оборудование и компьютерные классы делают условия обучения максимально комфортными. На сегодняшний день Канашский транспортно-энергетический техникум – одно из ведущих в Чувашской Республике и России образовательных учреждений среднего профессионального образования по подготовке рабочих и специалистов трубопроводного транспорта нефти. Если вы хотите пополнить ряды профессионалов этой области, то вам в КАНТЭТ. Приемная комиссия уже начала свою работу. В будни с 8 до 16 часов, в субботу с 8 до 12. Маркетологи хозяйства «Эниш», анализируя рынок и потребности покупателей, выстраивают стратегию развития предприятия. Внедряются современные технологии подготовки почвы, посева, сбора и обработки урожая. Придумываются новые рецепты. Мы ежегодно увеличим объем производства. В этом году у нас картофеля больше 100 гектаров, капусты 52 гектара, огурцы также 10 гектаров. Уникальные рецепты квашеной капусты, соленых огурцов и помидоров, разнообразных салатов, моченых яблок – всего не перечислить. И надо двигаться дальше, уверены специалисты хозяйства. На следующий год планируют сажать ягоды по новой технологии и собирать их полумеханизированным способом, лежа на специальной машине, как это уже происходит с огурцами. Вряд ли где-то в аграрном секторе есть такие же комфортные условия работы. В этом году у нас было почти 100 сортов цветов. В следующем году мы планируем расширить ассортимент многолетних. Хотим также расширить регион продаж. Выездные продажи мы в этом году у нас были по Чувашской республике. Почти половину республики мы объехали выездными продажами. В следующем году мы планируем уже в сторону Татарии выходить, Зеленодольск, Волжск. У компании большие планы, и ее коллектив планирует пригласить в свой круг новых специалистов, даже если у них пока нет опыта работы, но есть желание и энтузиазм. Наша компания стремительно растет, увеличивается площади, расширяется ассортимент, и настала пора нам также подобрать уже команду под такое предприятие. И мы зовем, в принципе, выпускников себе, вузов, не обязательно сельскохозяйственных. Нам нужны инженеры, агрономы, экономисты, бухгалтера, менеджеры. Вообще рады будем разместить у себя команду из 5-6 молодых выпускников. Надеемся, что временно предоставим жилье, а дальше они построят коттеджи. И мы можем строить свою судьбу сами. И нам не обязательно, чтобы у студентов были сильные навыки. Главное, чтобы у них было трудолюбие, был интеллект и стремление к лучшему. Вместе будем расти. Школьники с окрестных сел с удовольствием проходят практику на базе фермерского хозяйства «Эниш». Бригадиры здесь очень добрые, приветливые. К ним всегда можно подойти за помощью. Они подскажут, помогут, как работать. Если что-то не получается, они поддерживают, поправляют. Крестьянское хозяйство «Эниш» переходит на круглогодичный режим работы. Всю продукцию в Чувашской Республике можно приобрести на базе «Эниш» в Козловском районе, деревне Илибары, улица Новая, дом 31. И в городе Чебоксары на универсальной ярмарке по адресу улица Николаева, 14А, торговый павильон номер 35.